День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Bird Assassin. Ну и как видели, что мы в этой игре делаем, а то есть мы убиваем птичек. Конечно же, здесь есть шикарный сюжет, в котором нашего папу убивает вот этот вот страус, жестокий страус. И мы мстим, и также убитых птиц привозим к себе, к своей семье. И, ой, знаете, я просто заметил, что на канале появилось слишком много больших игрушек, и хотя они милые, мне все равно, вот тянет на такой вот, на абсолютный инди... Я бы не назвал это трэшем, но это интересно. И вот ее я подобрал, например, на Gamer's Gate. Там есть такая система, по которой вы можете, просто покупая игру, получить какой-то бонус. А то есть вы получаете бонус... О, мы сейчас Morning, посмотрим Pa? How you doing? Видео. Оно очень громкое, но ничего, What сейчас посмотрим. Look out, Pa! He's got a gun! Why were you killed? Paul, is that you? Shut up, boy. Who else would it be? Avenge my death. Take my gun and kill them damn birds. All right, Paul. I'll do it for you. Take that. And that. And some more. Да, вот такой сюжет, я давно такого сюжета не видел. Но о том, как я взял игру. То есть на Gamer's Gate, когда вы покупаете какую-то игрушку, вам, получается, дают синие монетки, а то есть там какой-то процент от цены дается вам в синих монетках. И вы, собрав какое-то количество, можете себе абсолютно бесплатно, а то есть за эти синие монетки купить игрушку. И я посмотрел, вот, у меня где-то там... Потратилось, по-моему, 2500 вот этих синих монеток. Игрушка стоит 2 доллара где-то. И знаете, это просто сумасшествие. Это так, ну, когда совсем нечего делать. Итак, что же у нас тут есть? Пока что я не проходил совсем-совсем далеко. И, как вы видите, я начал сначала, потому что просто забыл сохраниться перед выходом. Но тут у нас есть туториал, а то есть объяснение. Туториал очень сложный, то есть как управлять игрой, это жестоко. Здесь у нас есть магазин, в котором мы сможем покупать апгрейды для нашего оружия, ну, для нашего охотника. Новое оружие, дробовики. О, вот я хочу ее. Я хочу ее. Мне ее давали уже на специальном мини-уровне, и она мне очень понравилась. Да, я о ней мечтаю. Так, дополнительные бутылки с самогоном. Это оно у нас восстанавливает здоровье. Бронежилеты и быстрое перезагружение. Это отпугивание птиц. Это лазерный прицел и... больше урона к нашим пулям. Но пока что у нас нету абсолютно денег, поэтому давайте просто пойдем так. Не то. Где? Go hunting, да. Все, пойдем. Туториал пропустим и пойдем дальше. И я лучше тогда... Так. Окей. Давайте посмотрим. Я уже не помню. Но, как говорится, все очень просто. Вот вы, вот птицы. Они летят, они что-то делают. Вы подпрыгиваете вот с таким вот шикарным... господи, да. Я почему-то вспомнил корову из... господи, вот жить захочешь, не так раскорячишься. Так, отлично, будем расстреливать куриц, их легче стрелять. Конечно же, если голуби... подлетят к нам поближе, они спикируют на нас. Также у нас есть кусты, на которые нельзя попадаться, но я все равно попался, потому что забыл про них. Так. О, золотой гусь. Он монетки сбрасывал. Монетки, конечно же, нам нужны для того, чтобы покупать апгрейды. Так. Да, мы... Среди американских колхозников мы самый первый колхозник, мы выиграли олимпийскую медаль. О. Американским колхозным, не знаю.
террорист. That one was a terrorist. Класс. И знаете, да, я понимаю, что игрушка абсолютно трешная. Но она веселая. Она веселенькая. Она дешевенькая, веселенькая. А! Изверги. И как же не отомстить за старенького отца? И вот, вот он, шикарный уровень. Поехали. А, класс. Ой, так, дальше, да, идем дальше. О, и это шпагат, это что-то с чем-то и на чем-то, вот этот. Так, умри, курица. Так, грибы нам восстанавливают здоровье. Так, так, хорошо, все. Мы подошли к машине, приехали к нашей семье, которой мы привезли куриц. Отлично, 59 куриц, голуби, куча голубей, ни одной утки. Черт. И приезжаем в магазин, и у нас ни на что не хватает денег. Ну, это не страшно. Так, а здесь, о, потяжелее ружье, давайте возьмем его. Нет, 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 я сказал, возьмем его. Так, купить. Yeah, yeah, purchase. Go hunting. Go hunting. Так, 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 так. Go-go-go! Ого-го-го! Так, вперед, следующий уровень. И, вот, честно говоря, игра становится и вправду тяжелой. То есть попозже она, там и вправду нужно будет аккуратно себя вести. То есть сейчас я просто так бегу вперед, и мне ничего не страшно. Но попозже это станет намного... нужно будет думать о стратегии, а то есть когда прыгать, когда уворачиваться... Все намного сложнее, но и игра, скажем так, она не останавливается на том, что она дает вам вот сейчас просто стрелять в птиц. Да, это было бы очень-очень скучно. И я бы тогда вам не показывал. Что мне очень нравится, а то, что у игры иногда есть вот такие моменты, когда вот, например, нам дали миниган, и можно было расстрелять бесконечное количество куриц. Или вот я сейчас, если я точно помню, здесь есть специальный ивент, в котором вы... Ну, я просто покажу. Я вам просто покажу. Ага, это просто собери как можно больше монеток. Хорошо. Это приятно. А, как раз, я сейчас отключил здесь музыку, потому что она меня очень сильно перекрикивала. Но вот на этом уровне почему-то играла музыка «Московские вечера». Что? Куда? Интересно, интересно. Это, скорее всего, потому что студия индюшная, они взяли какую-то музыку, им, может быть, известную, может быть, неизвестную, но за которую не нужно платить. И вот, видите, мы подошли, и нашей машины не оказалось на месте. И оказалось, что курицы забрали нашу машину покататься и пытаются нас догнать. А-а-а! И нам приходится просто-просто убегать. Они еще гудят? А, хорошо. Очень-очень классно. Ой-ой-ой. А, все, отлично. Видите, курицы не пристегнулись, и вот, да, такая вот авария. И я думаю, что мы закончим сейчас уровень. И я закончу этот коротенький обзорчик. И знаете, вот честно, если бы мне пришлось за нее платить, я бы ее, скорее всего, не взял. Но если у вас есть возможность, если вы, например, на Gamer's Gate, и вы покупали там что-то, советую. Очень приятно, с апгрейдами, можно играться, можно стрелять, юморок хороший и просто прикольно. Просто-просто прикольно. А, я сейчас могу купить... Черт! Ах! 2000 до Калашникова не хватает. И я, знаете, вот честно, я буду дальше играть в нее. Это такая игра для расслабления, абсолютно безмозглая, но очень-очень веселая и мне нравится. И я тогда вам говорю большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.